29 апреля состоялось очередное заседание Думы города Владивостока. Депутаты рассмотрели 11 вопросов, в том числе о присвоении звания «почетный гражданин города Владивостока». Было принято решение, что почетным гражданином города Владивостока становится Перова Ольга Яковлевна, заслуженный врач Российской Федерации. Ранее на комитете принято решение о процедуре возбуждения ходатайства о присвоении звания скульптору Эдуарду Барсегову «почетный гражданин Приморского края». Также на заседании Дума утвердила изменения в устав города, предусмотрев в нем нормы о содержании, порядке внесения и рассмотрения инициативных проектов. Для нас очень важно было внести изменения в устав города Владивостока, потому что здесь стоит вопрос о новых формах работы с общественными нашими организациями, жителями. Это инициативное проектирование, которое сегодня набирает обороты, и я уверен, что в следующем году оно будет приоритетным. Кроме этого, Дума приняла ряд решений по вопросам управления и распоряжения муниципальной собственностью, а также назначила на 13 мая публичные слушания по отчету об исполнении городского бюджета за 2020 год. После решения вопросов председатель Думы поздравил всех с майскими праздниками. Поздравляю всех ветеранов, поздравляю всех жителей с этими праздниками, желаю здоровья, успехов и благополучия. Алина Черненко, Денис Фадеев, новости на Восьмом.